A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Let's go. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, mami. A mí me gusta. A ella le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Спасибо. Во время обеда мы стали свидетелями одного достаточно показательного случая, что вместо того, чтобы стоять возле столика с водой, с печеньками, с соками, мы стояли возле президиума, где монтировали дрон. Это хорошо, то есть инновационное настроенное сообщество, которое здесь собралось, предпочитает печенькам дроны. Это очень хорошо. Меня лично это очень сильно радует. С другой стороны, вы прекрасно понимаете, что когда вы делаете презентацию своего стартапа, научность, наглядность – это один из залогов успеха. Да? Тот, кто хочет увидеть реально, пощупать, убедиться прежде всего, что оно работает и оно существует в принципе не только на вашей презентации. К сожалению, не все присутствующие здесь проекты имеют, их продукты есть такими компактными, легко разборными, потом легко сборными, как данные дроны, но я думаю, что к нему мы еще вернемся в одной из наших презентаций. Я так понимаю, что это будет последняя наша презентация, презентация последнего проекта, и поэтому как самое такое интересное, оно, как всегда, на потом. А сейчас я хочу пригласить к выступлению автора не менее интересного проекта. Он называется «Сухой борщ. Современные технологии производства органических полуфабрикатов». Василий Левицкий, прошу вас. Почистить, порезать, сложить и так далее,
То есть это все довольно длительный период. В случае, если вы используете наш продукт, то вам достаточно три вещи. Если хотите вход, высыпать содержимое. Вы придетесь подождать 15 минут. Первое время. То есть, если, допустим, в этот же момент или раньше еще добавить туда какое-то мясо, либо куда либо еще что-то другое, то за это время оно просто сварится, у вас уже будет много, абсолютно полноценный продукт. Что очень важно, что это такое вообще? Это обычный овощ, высушенный, сложенный в определенной пропорции набор. Обычный овощ. Там нет никаких ни загустителей, ни ароматизаторов, ни вообще ничего, то есть имени нет. Хранится этот продукт не менее года. И что, на мой взгляд, очень важно, этот продукт по вкусовым качествам практически не отличается от того, что вы можете приобрести в магазине, либо на рынке, и приготовить для этих продуктов свой борщ, свой суп и так далее. То есть вкусовые качества и полезные элементы, витамины все сохраняются, потому что овощи не проходят термическую обработку, во время которых микроэлементы полезные погибаются. В двух словах, откуда это началось, откуда это пошло. В 2014-2014 году, когда у нас началась война, я и мои друзья, мы объединились в группу и, среди прочего, стали делать такие наборы, организовали некоторое производство. За это время было сделано уже бесчетное множество, сделанное, отправленное на фронт. То есть, сейчас уже, конечно, к счастью, да, сейчас уже наши бойцы армии более-менее накормлены, и нет такой необходимости, чтобы продолжать заниматься тех же объемах, как вот оно было на тот момент. И я решил из этого сделать коммерческий проект, как мне кажется, это интересная мысль. Тем более, что он уже был опробован в полевых условиях, в экстремальных, в самых разных условиях. И показал свою жизнеспособность. Там немножко, конечно, другая философия, там, я имею в виду, да. Там принимается, конечно, все, безусловно, но отзывы были, безусловно, положительные. На данный момент проект действующий, то есть уже это реализовывается в некоторых магазинах, в Харькове. Динамика, в принципе, положительная. С крупными сетями, конечно, тяжело работать. Объемов у нас таких нет такой оборачиваемости. Но, тем не менее, это вселяет то сегодняшнее положение дел, которое есть, оно вселяет в меня, в общем-то, оптимизм. Почему? Потому что этот продукт, он решает, на мой взгляд, очень существенную, но если не проблему, то очень существенно упрощает приготовление пищи дома. Достаточно высыпать, да, как я уже сказал, то есть вот этот подготовительный проект, если через три покупки, он просто пилон. Вот и все. То есть, если есть в конце видео, как оно готовится, я прошу показать его, как оно выглядит приблизительно. Это видео снято на мой смартфон, это не постоянная реклама, просто я хотел, чтобы увидели. A ella le gusta. A ella le gusta. Baila pa' mí. Mami,
con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, así es. Sola conmigo, baila le gusta. Vente conmigo, así es. Sola conmigo, baila pa' mí. Vente conmigo, así es. Sola conmigo, baila le gusta. Vente conmigo, así es. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena. Не, ну так, да, да, и поэтому сухие наборы не готовы, кипяток. Изначально этот продукт был придуман вами в связи с боевыми действиями на Востоке. Насколько этот продукт может быть внедрен там в обеспечение армии вот в текущем моменте? Я думаю, что вы этим вопросом интересовались, наверное. Если честно, я не интересовался, я не хочу связываться с Минобороной, потому что я думаю, что я уверен, что там стоит очередь. Не таких, как других людей, которые хотят туда, скажем так, суфлай, да, внедрить свой какой-то продукт. Ну, там, как мне кажется, опять же, какое-то коррумпированное вот это все средовище, я не хочу. А какие вот первые отзывы от сетей, от магазинов, вот какая первая реакция была обыкновенных граждан, да, которые действительно имеют дефицит времени, особенно на готовку, тем более борщан, который ну, достаточно трудоемкий процесс, вы его упрощаете. Да, ну на этикетке стоит мой телефон мобильный, мне никто не звонил, вот, если честно, отзывов таких вот конкретных у меня нет, но в принципе, это уже какое-то время продается, несколько месяцев. Пока что нареканий не было, ну, собственно, я по качеству не может быть, потому что это все натурально. С контролирующими органами пока не стал. Ну, это тоже хорошо. Вы просто сейчас, вы выходите на рынок высокого, о которых мы сегодня говорили, ну, возможно, там с удобрениями еще достаточно высококонкурентно, потому что вы конкурируете фактически с доставкой еды, с отделами полуфабрикатов, которые существуют в супермаркетах, вы конкурируете даже с какими-то там домохозяйками, которые готовят там на вынос, да даже в конце концов та же Мивина, да, по большому счету где-то похоже в вашем сегменте. Соответственно, ваша, мне кажется, одна из основных таких акцентов, которые должно быть в вашем бизнесе сейчас, это действительно получение обратной связи от потребителей. Понятно, что это очень хорошо, что к вам не звонят, потому что, наверное, все нормально. Никто не отравился, слава богу. Но, с другой стороны, это и плохо, потому что вы должны получать обратную связь, каким образом улучшить этот продукт и повысить его, возможно, даже и вкусовые характеристики. Работаете на рынке B2C, а там обратная связь очень. Елена Карпенко, прошу вас. Добрый день. Зовут меня Ирина Карпенко. Я руководитель Центра поддержки рыбоводства. Хочу сегодня представить вам наш проект «Энергоэффективные грибные модули». Модули, которые имеют стеллажную систему, модули, которые автоматически регулируют и поддерживают микроклимат. Идея эта родилась давно. Она родилась еще в 2004 году, когда наш центр, на базе нашего центра была создана школа рыбоводства, которая обучает технологиям выращивания разнообразных видов грибов. Можно дальше. Каждый из них может
мог в своем пустующем помещении создать необходимый микроклимат для того, чтобы получать грибы хорошего качества. И в результате получение низкой урожайности и грибов низкого качества приводили к разочарованию. Для каждого вида грибов существуют определенные климатические условия. Например, вот шиитаки, которые мы видим на слайде, без определенных условий вырастить довольно проблематично. Мы на наших курсах изучаем технологию различных видов грибов, в том числе экзотических. И когда слушатели оканчивают эти курсы, они хотят, они горят желанием, но у них не получается создать достаточный микроклимат для того, чтобы выращивать экзотические те же грибы, хотя бы для себя или для своих знакомых. Поэтому они останавливают свой выбор на шампиньонах, но чаще всего на вишнях, потому что это вообще выращивание. Для этого, для решения этой проблемы мы переворачиваем, мы предлагаем создать такие грибные модули, которые были бы оборудованы изначально стеллажами, оборудованы системой вентиляции, охлаждения, отопления и увлажнения. Автоматизация данного модуля, она позволяет круглогодично выращивать грибы. То есть не только в период осенне-весенний, но и зимой, и летом при высокой температуре. При этом можно в наших модулях адаптировать микроклимат под выращивание различных видов грибов, в том числе экзотических. Мало того, это дает стабильный урожай, и в результате идут вот красивые такие вот красивые на вид хорошего качества грибы. Подобных разработок на Украине на сегодняшний день нет. Климатическое оборудование для крупных и средних грибоводческих предприятий разрабатывают специализированные компании, специальные компании, которые разрабатывают их под индивидуальные проекты, будем так говорить. Либо завозится бэушное оборудование с той же Голландии. Привозится, и оно используется в нашем уже более крупном производстве грибов. Дальше, пожалуйста. Что собой представляет грибной модуль? Это утепленный корпус, изнутри покрыт водоотражающим составом, светоотражающим составом. Имеет стеллажную систему, в которую включены светодиодное освещение. Имеет поддон для стока излишней влаги. Имеет камеру подготовки воздуха. Соответственно, имеет вентиляцию, по которой подается этот воздух, и, конечно же, пункт управления вот этими всеми процессами. Можно дальше. Все дело в том, что технология выращивания грибов, она имеет особенность. Вот грибы имеют особенность при выращивании, то есть надо учесть все их непотребности. Многим грибам в основном нужен свет. Ну, не будем считать шампиньоны. В основном нужен свет. Второе, это когда грибы растут, они выделяют углекислый газ. И избыток этого углекислого газа приводит к деформации плодовых тел. То есть, соответственно, грибам нужен свежий воздух. И, конечно же, влага. То есть наша команда попыталась в этом грибном модуле создать для грибов такой микроклимат, который будет напоминать раннее туманное утро в лесу. То есть вот это то, что нужно грибам. Тем более, что в этих модулях это очень удобно сделать, потому что они имеют небольшой объем, они удобно там и дезинфекцию проводить, и сразу видно, что получается в результате, когда вот это грибы растут в таком климате. Контроль ведется при посредством автоматики, которая можно подключить до компьютера, и эти все данные можно мониторить и так дальше. То есть для выращивания в домашних условиях грибов, которые вот просто вы имеете место, где их поставить, тем более, что данные небольшие модули, они будут рассчитываться вплоть до того, что можно на балконе установить этот модуль, он не будет занимать много места, где-то приблизительно там 80 на 60, вы ставите себе устанавливаете этот модуль, он автоматически поддерживает климат, соответственно, с внешней температурой. Вот, вы закупаете блоки для выращивания любого вида гриба, который производится, в общем-то, на Украине, и получаете урожай, вот тут, в домашних условиях.
Можно дальше. Второй вариант, который мы предлагаем, это модуль «Универсал». Это модуль тот, который это для тех, кто решил заняться грибным бизнесом, то есть продавать грибы. Это касается, там, допустим, мелких фермерских хозяйств или предпринимателей. Все то же самое, вся та же система присутствует там, да, для поддержания микроклимата. Хочу сказать, что вот крупные предприятия, крупные методы выращивания грибов, они требуют больших все-таки финансовых инвестиций. А вот мелкосерийное выращивание, оно как бы не требует особо крупных таких капиталовложений. Однако любой грибовод вам скажет, что довольно сложно в подвале, либо в пустующем помещении поддержать соответствующий климат, хороший, чтобы получать хороший урожай и при этом хорошего качества гриб. Поэтому мы разработали вот такой данный модуль. Следующий слайд. Эти данные модули можно использовать как мини-производство, а также сделать его как промышленный комплекс, постепенно наращивая это один за одним. То есть фермерское хозяйство, либо предприниматель, который занимается, допустим, растениеводством, у него есть определенные отходы сельского хозяйства, и он решил использовать их, то есть пускать его в дело, да, получать еще дополнительный доход. Он выращивает грибы, все, дела у него идут хорошо, сбыт он находит через Доброгород, вот, и постоянно наращивает себе вот эти модули. Может дойти, накапливает знания, опыт, может дойти до того, что, в принципе, вот он раскрупнится, да, станет крупным предприятием. То есть все может быть, что даже выращивание грибов принесет ему больше прибыли, чем то же растениеводство. Нужно дальше. В наших модулях можно выращивать различные виды грибов, что в мини-модуле, что в универсале. На слайде видна ориентировочная урожайность, которую можно получить в модуле. Почему говорю ориентировочная? Потому что все зависит от того, от наполненности данного модуля, сколько субстрата мы туда поставим и какого качества будет субстрат. Субстрат, в принципе, можно приготовить и самому. Вот возьмем привычную нам вешенку. Часто в магазинах вы видите два вида обычной вешенки, это серая и коричневая. А еще есть, выращиваются, ведь в мире же выращиваются грибы, выращивается еще королевская вешенка, которая называется ириньки. Выращивается еще такая очень-очень приятная, пряного вкуса, розовая, желтая вешенка, которую вряд ли мы встречали когда-либо в супермаркетах. Вот для выращивания этих грибов нужны просто отходы сельхозпроизводства, желательно растениеводства, а также отходы деревообрабатывающей промышленности. Шиитаки, король китайских грибов, все про это знают. В Средней Азии он очень ценится за высокие питательные качества, за целебные свойства. Выращивается на отходах твердолиственных пород деревьев. Просто-просто. Зимний опенок – это единственный, наверное, гриб, который можно бы сейчас пойти в лесу и его встретить. Единственный гриб, который растет при низкой температуре. Но, к сожалению, в наших супермаркетах в свежем виде эти грибы вряд ли мы увидим. Есть в замороженном виде грибы, где надпись на китайском «Эноки». Вот, это китайское название этих грибов. Ученые установили, что данный гриб вырабатывает такое вещество, как фламулин, который успешно борется против саркомы. И еще одно название этого зимнего опенка – фламулин. Она также выращивается либо на соломе, либо на опилках, на отходах деревообрабатывающей промышленности. Мой любимый гриб – кольцевик. Очень, считаю, незаслуженно лишен внимания, обошли его вниманием грибоводы. Крупный, мясистый, шляпку имеет до 30 сантиметров, вырастает. Успешно очень выращивается в Европе и Америке. В Америке выращивается не только в закрытых помещениях, но еще и в парках, вокруг деревьев, а даже между рядами клубники выращивается данный гриб. Очень ценится. Для выращивания нужна либо солома, либо льняная костра. То есть все, что я вот назвала, вот в этот весь субстрат, основа, она просто лежит у нас под ногами. Но мы не можем ее использовать из-за того, что мы не можем, соответственно, создать необходимый микроклимат для того, чтобы получить вот эти, вытянуть эти грибы из этого же субстрата. Паша принял мой отдельный разговор, да, почему вот сегодня подходила производителям машины, потому что для производства компоста это многоуходный состав. Вот. И он требует определенного процесса и процесса перебивки.
чем чаще будут проводиться эти прививки. Вот как раз эта машина, которую сегодня представляли, она вполне подошла бы для этого производства. Поэтому нашим потребителям, наших модулей, мы, конечно, рекомендуем не заниматься изготовлением компоста, если он небольшой, а заниматься, а просто покупать готовые компостные блоки. Но тем, для у кого есть птичники, у кого рядышком есть конная ферма, они вполне могут, приобретя данную машину, они могут заняться вот изготовлением компоста в данном регионе. Можно дальше. Кто же есть потенциальными потребителями наших модулей? Люди без возрастных ограничений, студенты и до пенсионера, независимо от профессии, независимо от социального статуса. Даже я вам так скажу, что люди с ограниченными возможностями могут вполне заниматься выращиванием грибов. И для них будет это небеха, да, как говорится, значительное финансовое подспорье в их семье. У нас здесь на фотографии есть Валентина Николаевна, это мама, воспитатель детского дома. Она воспитывает 10 детей от 8 до 20 лет. Они занимаются выращиванием грибов. Да, она говорит, у меня проблема. Это получить урожай зимой и летом. Мы хотим этим заниматься, но получается так, что был бы вот такой модуль, они бы этот модуль поставили и с удовольствием занимались бы этим процессом выращивания. Можно дальше. Подводя такой небольшой итог, что же мы все-таки предлагаем? Мы предлагаем на сегодняшний день два модуля. Модуль мини и универсал. Один для выращивания в домашних условиях, другой как бы для более предпринимательской деятельности. Что нам это дает? Это дает нам круглогодичное выращивание грибов. Выращивание грибов хорошего качества, получение хорошего урожая. В мире выращивается более 12 видов грибов. У нас только 3. Наши модули предоставляют такую возможность. Мы можем расширить ассортимент этой грибной продукции. Наши модули будут компактные, безопасные, экономичные. Выдают, будем так говорить, экологически чистый продукт. Мы разрабатываем специальный регламент для того, чтобы было понятно рекомендации такие по сборке, по использованию, по технологии выращивания грибов в данных модуле. И, конечно же, получается в модулях наши гарантированные результаты. То есть вы получаете хороший урожай вот именно качественного гриба. Можно дальше. Вот, если говорить о рыночных возможностях, то они же, конечно же, велики. Вот незаполненность рынка грибами, оно вызывает постоянно, я работаю уже с 96 года с грибами, и вызывает постоянно интерес. Оно идет волнами, то идет вспышка, потом идет затихание. Но постоянно этот интерес не падает относительно грибов. Спрос всегда, иногда превышает предложение грибов. Кто же может быть потребителями? Да, это те люди, которые, наших модулей, это те люди, которые будут выращивать для себя, получая ценный питательный продукт, экологически чистый, не боясь отравиться, как в случае с дикорастущими грибами. Это те, которые займутся грибоводством как бизнесом. И вот тут я говорю про этот Доброгород, и хочу сказать им большое спасибо, что у них будет такая программа. Подключайте грибоводов, пожалуйста, это нам необходимо, потому что сдавая грибы в супермаркеты и магазины, приходишь и ужасаешься, что с ними происходит. Температура хранения неправильная, пленка, в которой обернут вот этот гриб, она не дышит, гриб там потеет, начинает плесневеть, он буквально за несколько часов, грубо говоря, он приходит в негодность. Ты приходишь в магазин из красивых грибов. Ну, то есть грибы не вызывают желания аппетит, то есть не вызывают никакого желания их купить и съесть. А если напрямую, то есть у нас грибоводы выращивающие, у нас уже постепенно от рынка отказываются, те, которые выращивают грибы самостоятельно, они ищут напрямую клиент. У них список, откровенно говоря. К Новому году это вообще просто завал. У них список клиентов, которые заранее заказывают, сколько килограмм им куда надо. Люди выращивают и напрямую поставляют. И когда получают, вот правда говорю, просто из опыта, что этот гриб, который прямо, как говорится, с грядки, он намного вкуснее, ароматнее. Недавно знакомая говорит, я купила в магазине грибы, вот, я не ощутила этого запаха и вот не ощутила того, что обычно, когда она берет у нас, когда вот прям сразу. Поэтому я очень рада, что такая программа появится, просто безумно рада. Это для наших грибоводов это вообще как глоток чистого воздуха, правда. Будьте добры дальше.
уже буду подводить такой итог. Грибоводство во всем мире очень стремительно развивается. Выращивается более 12 видов грибов. У нас же Украина на сегодня представляет рынок грибов в виде шампиньонов. Немножко вешенки, немножко есть шиитаки. И я думаю, что при помощи наших модулей мы можем немножко эту ситуацию как-то исправить. Ведь много-много мелких хозяйств в Китае выращивают миллионы тонн культивированных грибов. Вот заметьте, мелких хозяйств. И еще такое направление, как развитие субстратных цехов, может дать вот то, что наличие этих грибных модулей у нас на Украине. То есть в любом регионе может организоваться цех по производству субстратных блоков. То есть это блоков, которые уже инокулированы мицелием, мы только покупаем, их ставим в данный модуль и получаем грибы. Появится наверняка во всех регионах страны. И что сделает грибоводство, в общем-то, доступнее для каждого. Еще хочу сказать, что преимущество выращивания грибов – это то, что мы получаем хороший питательный продукт, мы утилизируем остатки агропромышленных отходов, мы вносим свой вклад в борьбу с отравлениями грибами. Конечно же, мы не конкурируем с землей сельхозназначения, что довольно важно, но и стимулируем развитие самозанятости. В общем-то, у меня все. Скажите, пожалуйста, мы сможем увидеть ваши модули скоро в эпицентре, например? Мы очень хотим, чтобы это было. Просто у нас на самом деле. Что вас сдерживает? У нас есть идея. У нас нет пока финансов для осуществления самого этого модуля. И чтобы наверняка провести. Ну, у нас есть, конечно, опыт создания этого модуля, но он такой. Домашний, будем говорить. А чтобы это сделать, чтобы можно было запустить в производство данные модули, то это было бы вообще шикарно, потому что и не только в эпицентре, вот этих садовых центрах, это и в сельский туризм, кто агроусадьбы вот эти держит, вообще чудесно. Когда-то мне один владелец кафе сказал, что поставь у меня здесь, я буду привлекать посетителей. Они будут приходить, говорит, хочу вот это. Говорит. Мы ему режем, говорит, готовим. И он сразу прям с грядки на стол получает этот гриб. И я действительно он прав, потому что когда-то я пришла на многолюдное мероприятие, там, извините, что я так на многолюдное мероприятие и принесла кольцевик, выращенный в обычной хозяйственной мысли. Вы просто видели бы, сколько вызвало это восторг и удивление на самом деле. Во-первых, что сам гриб необычный, во-вторых, что он растет вот в обычной хозяйственной мысли. То есть вот выращивание грибов на самом деле оно очень увлекательное, очень познавательное. Вот. И должно быть, в общем-то, доступно каждому. С нашими модулями это возможно. Единственный момент – это вот запустить вот это производство. Тем более, что это действительно может по всей Украине выращиваться. У нас столько растительного сырья. Столько растительного. А это настолько питательный продукт. Я думаю, что мы могли… Пока мы пасем задний по грибоводству на самом деле. И все упирается в то, что нет вот таких… которые производили бы вот этим. Есть только крупные предприятия, но они немножко не гибкие, будем так говорить. А так в этом модуле сегодня я выращиваю шампиньоны, я не успела подготовить, я поставила шампиньоны, выращиваю. Завтра мне захотелось с одной стороны поставить шиитаки, с другой стороны вешенку. Тут уже я посадила огурцы, потому что они взаимодействуют друг с другом. Для выращивания огурцов нужен азот, а грибы выделяют азота много, то есть они дружат друг с другом, помогая друг другу в этом. Поэтому, если бы этот был проект поддержан вот кем-то, то мы сделали бы такой ремонт. Да. Скажите, а вы не планируете продавать субстрат уже зараженный центр? Планируем. У нас на сегодня имеется такой. Сегодня мы как центр мы проводим обучение и предлагаем мицелий. Вот. А в дальнейшем, готовы. Начинать. В миску хозяйственного. Сейчас это уже есть. Сейчас это уже есть. Понимаете, мы предлагаем блоки уже заросшие, они обросшие, они уже беленькие. Вы их берете, ставите, хоть на подоконе, в кухне. Один блок – это хорошо, но если вы хотите накормить свою семью, вам хотя бы их там штук 5-6 надо поставить. Да, вы на балкончике в нашем модуле их поставили и получили.
Но чтобы получить более красивые и хорошие грибы и зимой, и летом, потому что летом высокая температура, а они растут при более низкой, это надо все дело охладить, еще и влаги им там дать при этом. И наоборот, сезонность, и наоборот зимой, да, влияет сезонность. Это вы можете на балконе, но все дело в том, что вы не наставите много грибов в комнате, надо учитывать то, что они являются аллергеном, споры это вызывают. Да, вызывают это так, что... А сколько волн у вас получилось? Мы считали, максимально 5 волн мы брали, да. Из 5 волн мы получали 50% от веса субстрата. То есть если блочок весит 10 кг, то 5 кг грибов мы оттуда брали. Но это период. А если считать коммерческое, вот то, что вот я сегодня взял основную массу гриба, выбросил на улицу, он там хочет расти, пускай растет, нет, значит нет, и поставил следующее. Это 3 волны, это где-то 2-2,5 кг даст такого грибка. Просто вот очень важное замечание, потому что у вас классическая бизнес-модель, которая состоит на том, что вы, по идее, зарабатывать будете не на самих, вот, собственно, самих модулях, будете зарабатывать на субстратах, которые будут сменные кассеты, условно говоря, идти. Можно? И, возможно, есть смысл сейчас... Субстраты – это наиболее трудоемкая часть. Да. Вот здесь, где будет пастеризация, насколько я понимаю, это очень сложно делать. И это то, что ограничивает вот, домашнее производство. Да. Наука движется дальше, то есть мы разработали на самом деле такую технологию, которая не требует сильно это. Мы используем... Просто в вашем проекте, возможно, есть смысл добавить, что вы предлагаете несколько вариантов решения, то есть и модуля, и субстраты, и модуля, нас... и субстраты, и все остальное. И, возможно, просто под субстраты их легче, ну, скажем так, продать инвестору. Это то, что можно без специальной подготовки, условно говоря, поставил. Do it yourself, вот классический набор. Да. Я же про то и говорю, что когда будут на рынке модули, человеку будет интересно пойти и купить вот эти субстратные блоки. А у нас вы, есть а вы подумайте. И можно, конечно, мы и планировали, знаете, как продают сейчас воду вот в этих балсаках. Ты покупаешь одну большую балсамку 20-литровую, да, а потом ты платишь только за воду, а балсамку они эту заменяют. То же самое мы и планировали с такими пластиковыми ящиками, в котором будет уже наполненный заросший субстрат. Берешь, ставишь его в этот модуль, он оплодоносил, несешь, вы, отдаешь. Вот один момент, вот уточните, что возможно вам можно попробовать выйти на рынок не с модулями, а с субстратом, а потом предложить уже модуля. Я расскажу почему. Потому что субстратный цех я могу предложить только здесь, в регионе в своем. Почему? Потому что мне надо, чтобы отправить его в Херсон или в Днепропетровск или в Харьков, он не выдержит, он сильно разогревается и внутри он пропадет. То есть я за то, чтобы были модули, а в каждом регионе развивалось такое направление, как субстратный цех. Это отдельный вид бизнеса абсолютно. Спасибо. Коллеги, обращаю ваше внимание, что презентация презентациями, выступление выступления, сами рассказали, сами послушали, но ключевое нетворкинга для налаживания связи. Вот Ирина очень так вскользь упомянула по поводу доброго города, да, на самом деле вы сейчас можете между собой установить какие-то связи, которые потом выйдут вообще в фантастические проекты. Поэтому, пожалуйста, общайтесь, обменивайтесь визитками, если обращайтесь к организаторам за контактами, чтобы, возможно, будет централизованная рассылка всех участников, поддерживайте, промутируйте друг друга, потому что... Есть разные инвесторы, есть разные потребности на рынке, есть отдельные проекты, можно предлагать комплексные проекты в содружестве с другими проектными командами. Произошло небольшое изменение в порядке выступлений. Сейчас сюда приглашается компания Smart Farming, Артем Белимков и проект «Беспилотные летательные аппараты и их применение в сельском хозяйстве. Ноу-хау или обычное дело?» Ну, вот, собственно, сейчас речь пойдет уже об этих дронах. Пожалуйста. Доброго дня, шановні присутні. Там презентацію зараз включать, я так розумію, так? Я сподіваюся. Мене звати Стапенко, Артем Білінков. Уже трошки відсутній. Коротко, поки презентація буде, я вам просто... Два дрони, це квадрокоптер